Европейский Союз предоставит Украине 60 миллионов евро. Три соответствующих соглашения подписали на саммите Украины-ЕС в Брюсселе. Деньги пойдут, в частности, на борьбу с COVID-19. Лидеры ЕС также подтвердили, никаких угроз для безвизового режима с Украиной нет. Его возобновят, как только закончится пандемия COVID-19. Президент Европейского Совета Шарль Мишель в очередной раз заявил о поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Европейский Союз продолжит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы осуждаем незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Евросоюз также поддерживает полную имплементацию Минских соглашений. Сегодня великая часть нашей разговора была посвящена войне на Донбассе и стану имплементации Минских домовленостей. Європейські партнери високо оцінили наші зусилля на шляху до миру, а також активну і конструктивну позицію України у нормандському форматі. Спільно з партнерами ми вкотре закликали Російську Федерацію забезпечити повне виконання Мінських домовленостей. Я також отримав запевнення, що санкції Європи діятимуть до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.